Участников восхождения на Авачинский вулкан бесплатно доставят туда на вахтовке, но будет всего два рейса. Количество мест ограничено. Желающих принять участие в массовом восхождении на Авачу в день вулкана доставят к подножию 16 и 18 августа. Предварительно зарезервировать место можно по телефону 307-330, сообщили в Краевом агентстве по туризму и внешним связям. Первый рейс отправится 16 августа в 16 часов от остановки «Дачный рынок» на 25-м километре, выезд с Авачинского перевала 18 августа в 11 часов. Второй рейс стартует от автостанции на 10-м километре 17 августа в 8:00. Выезд запланирован на 8 вечера 17 августа. Запись по телефону 307-330.